говоря, представляешься. Тормозит, то газует. В правый ряд перестраиваемся. Ускоряемся до 60 км в час. Пошли. Левый ряд перестраиваемся. Вообще не здесь, а на таком, что перед перекрестком скажут перестроиться. Мы пошли перестраиваться и не увидели даже, что ЖД-переезд в смысле видели, но забыли посмотреть налево-направо. Точно, надо посмотреть. И не торопиться. Левый ряд. Тут что-то хрен пропустят. Ну, этого я не знаю. Че, едем? Едем. Ну мы же не будем летать. Ну вот представьте, что у вас экзамен идет. Вам сказали перестроиться. Представьте, что вы одна едете. Буду ехать включенным этим. А смысл? А как я перестроюсь? А если он посигналит? Ну уже ты же не лезь под него, а по
покажи, что ты хочешь перестроиться. Он же остановился. Посигналил кирдык, он тебе говорит. Сигналят они тогда, когда ты в наглую лезешь и пытаешься его сбить, как кеглю, выбить из полосы. А если он едет далеко и видит, что ты перестраиваешься, а ты тоже включила поворотник, показала, что ты хочешь. И потихонечку, может даже так в зеркало ты все пропускаешь, не пропускаешь, пропускаешь.